Кавабанга! Попьем чай. Или может водички. Или может быть. Ай, нафига я взял эту. Смешейбл, она же. Только разбиться может. Действительно, нафига я ее взял? Опа! Ну, я не хочу чинить подводную лодку. Ну, монстру, ну нет. Нет, ты будешь чинить подводную лодку. Я чуть не сдох сейчас. Ну, я правда не хочу чинить подводную лодку, ну монстру. Слышали? Вот. Так. Так. Ну, блин. Как тут заняться можно этим монстром? Ничем. Бегать по палубам и опа. Так. А, бля! Господи, там летал этот синий дилд и ненавистник. Блин, я так обосрался. Господи помилуй. Господи помилуй. Ты, героин с мотором, лети отсюда. Да, он улетел, Карлсон-то этот комнатный. Сюда? Не, походу не сюда. Ну ладно, ты мне не очень-то и нужен. Господи, верните мне мои нервы, это не игра, это... Господи, это издевательство какое-то. Просто, я не знаю, эту игру можно просто взять, выехать за город, да? Под грустную музыку просто, блять, просто закопать. Это нельзя в это играть. Эта игра разрушает психику нормальных людей. Господи, боже мой. Это, блять, разрушает психику. В это нельзя играть. Я не знаю. Junkfish просто, обращаюсь к вам. Junkfish это, если что, это компания, которая делает Junkfish, дорогие, не, пошли вы нахуй, Junkfish, вот. Ублюдки Junkfish, вы ублюдки, потому что вы сделали такую страшную игру, в которую я боюсь играть. Под названием Monstrum. Вот, да-да-да, иди нахер. Ну вот, под названием Monstrum. Отстань. Ну вот, и эта игра настолько страшная, что я боюсь в нее играть. И, короче, вы пидоры, у меня нет больше словарного запаса для вас. Коля, 5Б. Да. Ну вот, ну мы-то нормальные чуваки, мы же не боимся играть в эту игру. Да? Что тут интересного есть? Так, тут фьюз есть. Давайте. Все, я пошутил. Что спиной все время встает-то? Так хочет, так и подставляет свою сраку. Окей. Бля. Вы что, совсем что ли кончили? Дилда ненавистник. Ладно, похер, пусть его съедет. Значит, блять. Ой. Кавабанга!
Пошли вы к хуям. Да.